Борец, первый старт официально в этой весовой категории. Его рассматриваем с прицелом тоже к Олимпийским играм. Это достаточно серьезный, известный борец в России был. Что он мог выиграть, там пару схваток он выиграл. Но боролся очень неуверенно, очень. Может быть, это психологически, опять же. Начал вроде неплохо, но потом что-то кубинцу как-то вышел. Но кубинец действительно там один, я думаю, из лучших в этом весе. Опять-таки, если хочешь стать чемпионом, ты должен с ними бороться ноздря в ноздрю. Только так можно достичь высоких результатов.